Выборы состоялись 10 сентября. В единый день голосования на территории Кировской области прошли 10 избирательных кампаний и 6 местных референдумов. Галочку в бюллетенях поставили больше 45 тысяч человек. Люди, к примеру, выбирали областного депутата от Котельнического района в законодательное собрание. По предварительным подсчетам, больше всего голосов набрал кандидат Александр Чиликин. Средняя явка по региону составила 28,5%. Как сообщили в избирательной комиссии, нарушений закона в ходе выборов не зарегистрировано.